Повышенная концентрация ДТП. Буквально пару месяцев назад десятки перекрестков Ульяновска могли похвастаться подобным званием. Участки дорог вызывали сложности у автолюбителей и нередко приводили к серьезным авариям. Современный светофор, который установили на перекрестках проспекта Нариманова с улицами Любови Шевцовой и Мичурина, позволил снизить количество аварий. Работы прошли в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». А вот переходить дорогу на пересечении улиц Пушкинская 12 сентября стало намного удобнее. Над пешеходным переходом установили светодиодный светильник. Подобную конструкцию можно увидеть в Заволжском районе, на участках Московского шоссе, проспектов Гая и Нариманова, улиц Пушкарева, Хваткова, Хошимина и Октябрьской. Уровень освещенности оборудованных переходов достиг 50 люкс при нормативе в 30 люкс. В следующем году установка новых светофоров и светильников ждет центральные улицы города и Засвияжья. Улица Гончарова, проспект Нариманова, улица Локомотивная, Кирова. Сейчас вот приступают к проспекту Гая, тоже будут делать. На Рябикова сделано, Камышинская, Самарская. То есть много участков. Результаты проделанной работы уже есть. Вместо 66 мест концентрации ДТП количество снизилось до 28. Подсчет ведется в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений. Сюда стекаются все нарушения, зафиксированные не только на территории города, но и области. В городе Ульяновске работают у нас 55 на сегодняшний день стационарных камер, 9 передвижных, 6 мобильных. Только за прошлый год камерами было выявлено 663 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это более 70% от всех выявленных нарушений всей службы ГИБДД. В областном центре самые популярные виды нарушений традиционно остаются превышение скорости и остановка и стоянка в запрещенном месте. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.